Друзья, всем привет! Ну вот такой коптер мне пришел от Анвара. Он, правда, уже в видоизмененном виде. Это коптер, который я выиграл, к моему удивлению, на стриме, потому что я никогда, кроме насморка, ничего не выигрывал. Здесь изначально стояла Razer камера. Но сказать честно, что эта камера устраивает в полетах, я бы не сказал. Против солнца вообще мрак, летать невозможно. Можно, но некомфортно. Поставил я сюда торсир. Дальше полетник здесь стоял по центру, я его перенес назад. Были как бы небольшие проблемы, даже сейчас я не знаю, если будет видно. Но тут расстояние от регулятора до стойки буквально 2-2,5 мм. Поэтому я одел на стойке термоусадку и немножко распилил винты, чтобы стойки разодвинуть. Он у меня приехал без приемника. Приемник я сюда поставил XM+. Раскручивал те метров 200-300, он пробивает. Дальше этому коптеру не надо. Антенна была на уровне батки, и когда летаешь, очень сильно затеняла, поэтому я поставил такую антенну, чтобы свыше батки было. Но впечатления коптера положительные, скажем так. Потому что он рассчитан под 6S, 6S у меня нету батарей и, скорее всего, не скоро будет, потому что с Китая они стоят дорого, а здесь они появятся, только месяца через два мне написали. Моторы вот эти мне понравились, это у нас 2800 кВ. На этих моторах коптер летает на батке 1500 4S. Летает 10 минут, достаточно в бодром режиме. Единственное, флип-ролл крутить, конечно, тяжело ему, потому что коптер тяжело становится, и сами пропы флатырят. Что тут еще дальше? А, еще есть один косяк в раме. Камера вот эта, если я хочу, например, сделать угол чуть выше вот этого, вот она упирается, и не вариант. Снизу тут место уйма. То есть надо вот эти отверстия рассверлить и ниже сделать. Ну вот так. Вот такие вот были сделаны переделки. Я не знаю, честно говоря, если я оставлю себе этот коптер. Возможно, я его переделаю под синевуп. А с 1500 на нем летать именно в таком сетапе я смысла не вижу. Даже вот с этим кадексом присутствует высокочастотная вибрация на камеру. Вот я летал между лесами. Деревья, прям видно, что стволы трясутся, высокочастотная вибрация идет. Я пробовал эти и другие, а один черт, все то же самое. Загерметил Анвару хорошо, это уже проверил, я в речку свалился в нем. Прям утонул, конкретно так. Продул, все нормально, работает. Ну, выводы какие? Не знаю, полетник этот для этого коптера сильно много. Во-первых, мне нравится, что этот полетник какого-то, он сильно греется. Хотя и F7 процессоры говорят, все греются, но этот греется прямо вот если поставить его на месте, включить, он нагревается до почти до 90 градусов. Для этого коптера, возможно, это сойдет, потому что его подцепил и полетел. Но если его ставить, этот полетник, на какие-то дальнолеты, я думаю, лучше не ставить, потому что пока мы ищем спутники или еще что-то, пока собираемся, я обычно прихожу на полеты, включаю сразу коптер и все остальное потом потихоньку, туда-сюда, и он как раз спутники находит. Ну, о чем я? Что полетник этот на дальнолет бы я не посоветовал, хоть под него есть прошивка под Artupilot. С одной стороны говорят, что это нормально 80-90 градусов. Ну, не знаю, я бы не сказал, что это нормально. 90 градусов он греется. Хотя он сразу остывает, как я начинаю взлетать, он моментально остывает. Коптер летает очень добротно, очень точно. Можно залетать в любую щель. Я летал внутри прям самого леса. Единственное, что вот эта камера, это торсир. Я не знал, что надо сначала останавливать запись, а потом отключать батарейку. Потому что запись здесь сразу включается. Как подключаешь батарейку, запись сразу пошла. Ну, я думал, она также и отключается. А хер там. И получается так, что я последние минуты терял. Я думал, когда-то эти
типа пролеты в лесах использовать к дополнению, там, не знаю, полеты в горах, и брать куски футаджи с этого коптера и вставлять, разбавлять там над речкой полет в лесах. Ну, прям сильно видно, даже с тот же самый бокс 2 Фоксер, прям сильно видно разницу кардинальную в качестве. И так что эти футаджи мешать, это, не знаю, такое. Ну, коптер мне понравился, мелкий, прикольный шипздрик, горцует, летает. Ну, вот так, сейчас посмотрите, как я летал в лесу. И стоит ли вам заморачиваться с таким мелким коптером. Всем удачи, пока.